Путешествовать по городу Олимпийский факел будет весь день, а по некоторым улицам его пронесут дважды. От Узмолов килоносцы бегут к Суворово и затем назад к мегацентру. Половину третьего там начнется праздничный концерт. Далее огонь продолжит путешествие по памятным местам Краснодара. Его пронесут по Екатерининскому скверу и по улице Красной. Закончится краснодарский этап эстафеты на Театральной площади. Там в 20:14 олимпийская чемпионка Ирина Караваева и губернатор Кубани Александр Ткачев зажгут чашу. Отметят историческое событие большим концертом. Все это вы сможете увидеть в прямом эфире на 9 канале. Трансляция начнется сразу после вечернего выпуска «Фактов» в 20:00. Напомню, по улицам, где сегодня несут факел, движение будет ограничено. Но трамваи ходят по расписанию, останавливаться они будут только для того, чтобы пропустить факелоносцев. А после 9 вечера обещают городские власти, количество машин на всех маршрутах общественного транспорта увеличат. Добавлю, что из Краснодара олимпийский факел отправится сначала в Орленок, а затем уже в Олимпийский, Сочи.